Я канале Принцесса Эйм. У меня игра, какой ничем не называется. Игра, которая ничем не называется, но ты и сказала. Ну что, включай. Игра называется «Собачки» просто, да? На самом деле мы покупали эту игру, это я купила, я не знаю. Я увидела коробку. Мама! Такой игры у нас нет, я ее схватила и не поняла вообще, в чем дело. Я думала, это просто игра, какие-то соревнования, три собачки, кто первый придет. А это оказалось веселая каруселька для маленьких деток. Но у нас вот есть маленькая Лялечка, которая, увидев эту карусельку, в нее схватила, вцепилась, говорит, никому не отдам, никому не подарю, сама буду играться. Покажи, как твои собачки ездят. Сейчас. Поехали. Собачки сами поднимутся по лесенке. Собачки быстрее, есть, я держу их. Все. Сейчас она их по-своему выставит. Я газ-газу называю, нажимаю на кнопку, нажмем. Хорошо. Называй. Нажимаю. Давай. Паровозика! Паровозика. И теперь паровозиком по лесенке. То есть я хорошую игру выбрала? Да. Да? Это не совсем игра оказалась. Давай, включай. Поющая карусель. Мама, Булочка! Я давно не видела такой счастливый. Нет, я не знаю, сколько вас паровозила. Всё. Включай. Паровозик такой. Опять они будут паровозиком? Ага, паровозик. Хорошо. Постой-ка. Так, ставь паровозик. Давай, включай. Они ровненько у тебя? Поехали. Все. Все. Ты не даешь по лестнице подняться. Ты так смешно по лестнице поднимаешься. А мне больше нравится, когда... Они должны сюда только с горки спускаться. Так. Ой, подай тебе собачку. Подай тебе собачку. Нет, тебе собачку. Включай карусель. Нет. Нет, еще не установила. Давай. Давай, последний круг. Поехали. Класс. Дай по лестнице подняться. Вредина. В общем, мама, на игра тебе понравилась? Да. Отлично. А я волновалась, что она для маленьких. Постойте. У нас тоже вот Ляля, которая замечательно играет каруселька. А теперь они будут друг за другом. Дай им один раз самим. Сейчас, ну что я хочу? Почему я сам?